Почти 4000 преступлений зарегистрировано в 2017 году на территории Люберец и близлежащих городов. Об этом, подводя итоги работы, сообщили представители межмуниципального управления МВД. При этом полицейские отметили тенденцию к постепенному снижению преступности. На совещании с докладом об итогах оперативно-служебной деятельности выступил заместитель начальника МВД Люберецкая Василий Овчинников. Он отметил устойчивую тенденцию к сокращению зарегистрированных преступных посягательств в 2017 году. Всего было зарегистрировано 3942 преступления, что меньше практически на 8% по сравнению с прошлым годом. В том числе 2125 преступлений по линии криминальной полиции, снижение составило 20%, и 1817 преступлений по линии охраны общественного порядка. Также Овчинников сообщил, что удалось достичь положительных результатов в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе экономических. Раскрываемость убийств и изнасилований составила 100%. Однако в работе по борьбе с наркотиками сохранились недостатки, а также вызывает обеспокоенность ситуация с преступностью несовершеннолетних. В 2017 году несовершеннолетними, и при их соучастии было совершено 59 преступлений. За различные правонарушения в дежурной части отделов полиции было доставлено 762 несовершеннолетних, рост 35%. С учетом всего изложенного в докладе определились приоритетные направления деятельности Люберецкого МВД на 2018 год, куда включено противодействие коррупции, терроризму и незаконной миграции, а также организация безопасности на выборах президента России и чемпионате мира по футболу. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.